Новый нацпроект в сфере туризма разрабатывает правительство России. Ростуризмом предусмотрены беспрецедентные меры поддержки. На развитие внутреннего туризма выделено 15 миллиардов рублей. В свою очередь, глава Приморья Олег Кожемяка предложил предусмотреть средства для создания дорожной и инженерной инфраструктуры к местам отдыха и развития круизной линии. Ставился вопрос о том, чтобы национальный проект обязательно были включены средства на выделение денег на дороги, на инженерную инфраструктуру, где-то нет электричества, где-то вообще проехать невозможно к большинству мест. Это и Триозерье, это и бухта Витязь, большинство мест в Хасанском районе, в Лазовском районе, да и в целом в Шкотовском районе. Все это требует значительных денежных средств для того, чтобы эти места отдыха были доступны и оборудованы всей необходимой инфраструктурой. Глава Приморья подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса доходы от туристической отрасли сократились в два раза. Так, в прошлом году вклад туризма в валовый региональный продукт края составил более 54 миллиардов рублей. Туризм для Приморья играет огромную роль, и из-за пандемии у нас в два раза упали доходы от туризма. Соответственно, вклад в целом в ВРП в региональный был довольно большой, порядка 54 миллиарда. Соответственно, было около 6 миллиардов налоговых отчислений. В этом году это будет в два раза меньше. По словам Олега Кожемяка, сложившаяся ситуация показала, на что следует обратить внимание при развитии туротрасли. В частности, в сложившихся условиях вырос спрос на внутренний туризм. Но базы отдыха оказались не готовы к большому количеству туристов. Мы увидели значительно возросший спрос на внутренний туризм и неподготовленность наших баз ни с точки зрения дорожной, ни с точки зрения инженерной инфраструктуры, комфортабельности к приему такого большого наплыва туризма. Губернатор также обратил внимание на необходимость возрождения круизных линий. Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что предложения Олега Кожемяка будут учтены правительством России при разработке проекта поддержки туротрасли. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.